Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Обливион. Мы находимся в Бруме. В последней серии мы распутали крайне сложное дело. Мы распутали дело, связанное с Рейнилом, охотником на вампиров, и с его жертвой, как ее там звали. В общем, с мужчиной, которого все считали вампиром, потому что нашли тело как-то, все улики указали на него, у него в подвале нашли труп. Оказалось, что Рейнил вместе с этим человеком ходил в экспедицию некоторое время назад. И они нашли там сокровища. Пока ж не поняли, что с ним делать. Заперли его недалеко от Брумы в каком-то ящике. Да? Нет. И каждый из них взял по ключу. То есть в одиночку никто из них этот ящик открыть не мог. И таким образом Рейнил, то есть убивал конкурентов, забирал их ключи. Решил, что все это достанется только ему. Таким образом он уже избавился от одного человека. Как этот город называется? Я еще не привык к названиям. Ну, в общем, сначала убил человека в Скинграде, теперь убил в Бруме второго члена экспедиции. Мы прочитали все это в дневнике, и сейчас... Перед тем, как прийти сюда, я получил сообщение от одного из наших разведчиков, наблюдавшего за дорогой. По ней прошел Рейнил, и он направляется на запад от Брумы. Разведчик попытался проследить за ним, но потерял его след в горах. Единственная пещера на западе, похожая на ту, что описано в дневнике Галибурна, это Северный Камень. Должно быть, туда-то Рейнил и направлялся. Тебе нужно добраться до этой пещеры до того, как он найдет артефакт и исчезнет с ним. Я прикажу страже не высовывать носа из Брумы. Рейнил не знает, что мы следим за ним. Если он увидит стражника, может запаниковать и скрыться. Отлично. Сейчас ты моя единственная надежда. Своими полномочиями я разрешаю тебе действовать по своему усмотрению, лишь бы он не избежал правосудия. Если он не сдастся, думаю, ты знаешь, что делать. Поторопись. Боюсь, у тебя в запасе максимум день на то, чтобы остановить его. Хорошо. Что насчет Галибурна? Рейнил ответит за оба преступления. Галибурн наверняка стал еще одной его жертвой. Я позабочусь, чтобы стража Скинграда услышала об этом. Ты уж постарайся. Насчет Брадона что? Обвинение снято? Если все, что ты говоришь, правда, Рейнил ответит за смерть Брадона. Видите, как все повернулось. Ну что ты теперь о нем думаешь? Не могу дождаться момента, когда Рейнил попадет мне в руки. Он познакомится с темницей Брумы или с острием моего меча, если окажет сопротивление. Молодец. Пожалуйста, поторопись. Так, ну что, в погоне за этим ублюдком. Сейчас мы его накажем. Так, а нам лучше двинуть через те ворота, нам советуют. Ну давайте, хорошо. Бегом. У меня большой опыт выслеживания подобного рода засранцев. Кроме того, куча работы за темное братство в Скариме. И, в принципе, немало уже сделано работы по выслеживанию и устранению людей в Обливионе, то есть местной провинции. Так что шансов у тебя, Рейнил, честно говоря, не очень много. Тем более, что тут сами власти нам говорят, делай с ним что хочешь. Это я люблю. Так, отлично. Далеко ли нам бежать, интересно? Ну, порядком так, на самом деле. Ох, тут как-то зябко. Хорошо, что у меня есть капюшон. Надеюсь, никакие волки нам не встретятся тут. Не хотелось бы на них отвлекаться. Давай, Рейнил, я иду к тебе. Приготовься. Сейчас ты у меня получишь. Так, присядем, потому что мы уже довольно близко. Будем играть в прятки с ним. Первую стрелу, я думаю, он получит, еще даже не поняв, что мы его преследуем. Или можно попробовать поговорить, если он предложит нам нормальную цену. Хотя, какую нахрен цену? Мы убьем его и заберем себе сокровище. Это, я думаю, будет верно. Потому что там оно охранялось так, что прям надо думать, это что-то очень крутое.
Там были смертельные ловушки в больших количествах. Ну, это следует из описания. То есть в дневнике. Я сам еще не видел, конечно. Так, Риэль. В Риэле у нас пока что никого и ничего не видно. Но по сути... А, нет, нам не сюда. Нам еще дальше. Я бы, конечно, остановился посмотреть, но у нас всего лишь день на то, чтобы поймать его. Иначе он уже уйдет. Поэтому просто двигаем вперед. Тихо. Там. Кто это там такой? О, лучник. Тихо, ребята. Ты кто? А, он убежал уже. Капец, какой-то резвый парень. Так, я одел свой амулет. Глаз... Ух ты, ёкарный баба, что происходит? Офигеть. Огр. Или ты не огр? Как-то тут людно, да? Ну ладно. Может, кто из них Рейнила убьет. Раз они тут прям носятся. Так, аккуратно. Не палимся. Вообще, конечно, дождаться бы ночи. Но у нас время поджимает. Так, мы, по сути, почти пришли. Где-то здесь, за пригорком, он нас ждет. Не вижу. Похоже, мне нужно зайти в пещеру. Да, вроде как он внутри. Ну что ж, пойдем. Да, на таком севере мы еще ни разу не были, да? Это самая северная местность, похоже, здесь. Держись, Рейнил, я иду к тебе. Я иду убивать тебя. Пещера передо мной. Передо мной пещера Северный Камень. Я думаю, здесь будут обитатели. Я не думаю, что Рейнил их всех убил. Поэтому нужно быть осторожным. О, а тут у нас водичка. Ненавижу стужённую водичку. Я представляю, как тут холодно. Это, конечно, не Скайрим, как мы там помним, ледяные пещеры были. Тихо, 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 тихо. Ты, похоже, по скрипту ко мне идешь поговорить, да? Ну, лады, давай. Поздравляю. У меня было предчувствие, что ты рано или поздно появишься. Оставить этот дневник было глупейшей ошибкой с моей стороны. Я видел, как ты входишь в кружку и ложку олова, опередив меня, и понял, что мне придется бежать из Брумы. Рано или поздно кто-то, ты или Кариус, догадался бы. Но неважно. Сейчас я убью тебя, и мне больше не нужно будет рядиться под охотника на вампиров. А ты крутой. Ну, значит, ты не сдашься. Конечно, нет. Я удивлен, что Кариус не прислал сюда всю городскую стражу. Правда, тогда бы я заметил их приближение. Я хотел отсидеться здесь некоторое время, а затем исчезнуть. Но, похоже, я недооценил тебя. Выбор у меня невелик. Либо я буду сражаться с тобой сейчас и получу шанс на свободу, либо я сдамся и сгнию в городской темнице. Я предпочитаю сражаться за свободу. Да в плен бы тебя никто и не брал. О, ну не нужен этот вариант. Ну ладно, это твой последний шанс. Пожалуй, что так. Ладно, хватит разговоров. Только один из нас выйдет отсюда живым. Удачи. Хорошо. Тихо, тихо, дружок. Прощай. Ай-яй-яй-яй. Чуть не убил.
Мне удалось застать Рейнила в пещере Северный Камень. Он отказался сдаваться и напал на меня. Пришлось убить его. Теперь я могу забрать артефакт, которым написал в дневнике Геллиборн. Дело в том, что мой персонаж, он именно засадный. Он именно атаковать из темноты врага. Открытый бой не его стихия, поэтому... Было подло по скрипту подводить ко мне этого персонажа и не давать мне шанса спрятаться и убить его из темноты. Ну да ладно. Что у тебя такое? Железное? Вот же ж мусор. Ой, прости, куда я тебе попал? Туфельки. Ключ, ключ, ключ. Золото. Хорошо. Прости. Блин, тебя все равно брать никто не собирался. Так, ну что, пойдем посмотрим. Где оно, что оно. И я думаю, нужно все-таки прятаться, потому что мало ли что тут еще есть. В уцаревшем, запертом на три замка сундуке хранился артефакт, некий амулет. Он довольно невзрачен, и я не знаю, для чего он нужен. Думаю, стоит показать его Эрлин Лириан и послушать, что она скажет. Отлично. Что еще? У меня не так много отмычек, поэтому... Не хотелось бы видеть тут сундуки. Потому что я все равно, меня жаба задушит, я не смогу мимо пройти. Хотя у меня, в принципе, всего хватает. Но не смогу пройти мимо. Вот такие вот, допустим. Ну ладно, чего уж поделать. Ну, возьмем. Возьмем. Как я обожаю свой лук. Но когда же я уже научусь драться с помощью клинка горя? Надо как-то качаться, но... Это слишком опасно в данных условиях. Враги просто очень злые. Золото. Отлично. И все, тупик. Ну что, пойдем? Пойдем обратно. Ох, пакость, мокрая вода. Ненавижу. Сейчас еще по этому морозу двигаться. Ну вот, ноги мокрые. Я не знаю, штаны мокрые. Бардак просто. А тут такой дубак. О-о-о. Так, все, пойдем в Бруму. Вот видите, вот именно так интересно находиться в разнообразных подземельях в этой игре. Просто так заходить в каверны какие-то смысла не имеет. Потому что там вот просто остается только рыскать по сундукам. Тихо. Какая у меня скрытность, а? Она даже не видит меня в упор, шары долбит. Что ты хочешь? По слухам расскажи, не бойся так меня. Только не ешь послен, он очень ядовитый. Капитан. Еще увидимся. Вполне возможно. Так, ну что... Бежим в Бруму. Результативно сходили. Кто ты такой, а? Добрый, злой каджит.
Возможно, это ветер. Судя по всему, злой, потому что вон как реагирует на непонятные шорохи агрессивно. Так, а нужно ли мне тебя убивать? Ой, ну что за нахрен, а? Не люблю я такие, конечно. Прикол. Я тут. Лечится, смотри, скотина. Хорошо. Стрелы мои верни. Кошка. Так, что вы тут делали, бандиты? Ладно. Ладно, давайте заклянем. Наверняка это скучная пещера, в которой ничего нет, кроме бандитов. Ну, хоть отмычки с них поподбираем. Может, маленько лута. Ну да. Если ты хочешь драки, ты ее получишь. Драки? Какая драка? Ты о чем? Смотри, успел цепануть маленько. А зачем мне железные стрелы, я не знаю. Ну, ладно, допустим. Да, тут особо ничего не ожидается. Понятно. Где ты там? А, ты прям в костер улетел. Вот это жестоко. Серебряные стрелы. Отлично. Отмычка. Хорошо. Иди сюда. Ненавижу бандитов. Так. Эх. 23 золотых. Нормально. Наверху наверняка что-то есть. Я уже просто не хочу туда идти. Ну, нет тут ничего. И в ту сторону что-то есть. Блин, а жаба-то задушит. Ну да, вылазь, кто-то там не был. Да, глухой заброшенный закуток, в котором ничего найти по-нормальному не получится. Зато тут есть лучница. Тихо, тихо, тихо. Немножко опыта никогда не помешает. Нет. Две отмычки. Уже не зря сходили. Ох, как вошло, а. Так, ну я думаю, уходить отсюда нужно, потому что тут мы можем долго блуждать. Что нам тут делать вообще? Вон, с собаками воевать, что ли? Это тупо. Хотя, вот это что? Большая каверна. Нет, для меня это звучит не очень увлекательно. Все, пошли, короче говоря. На такую мелочь я уже не буду отвлекаться. Я уже занимаюсь делами покрупнее. Немножко восполнил запас аптечек, и нормально. Булды, как у нас говорят. Так, хорошо, Брума. Тихо. Кто это там шевелится у нас? Ты добрый или злой?
Неважно, я тебя обойду. О-о-о. Офигеть. Это, по-моему, самая страшная хрень из тех, что я видел в этой игре. Я хочу попробовать ее убить. Так, сохранимся. Офонареть. Она кого-то убила. Она, вернее, Минотавр. Ну. Мог бы быть и позлее. Да, неудачно так. Во, я придумал. Так. Я вообще не достану. Ой. Что ж ты делаешь, урода кусок? Ты меня чуть пополам не сломал. Ты прям как Бэйн какой-то. Так, ну это я зря сделал. Слишком большая страшная хрень. Ну раз уж ввязался. Что ж поделать? Ой-ой-ой. Капец, вот это страшная хрень. Так, давайте мы не будем его трогать. Лучше не надо. Пошли к Бруме. А что если его на стражников натравить? Нет, не надо. Хотя... Где-то там у нас животинка. Лузер! Ой, мимо. Это я лузер. Оп! Слабак! Давай, иди сюда. Ой, бежим, такой страшный. Ой, бежим, бежим, бежим. У-у-у. Валим. Где ворота? Я не посмотрел, где ворота. Это было очень глупо с моей стороны. У-у-у. Капец за мной. Какая страшная дура. Ой-ой-ой. Стражники, помогайте. Где стражи на ворота? Ой. У-у-у. А где? А где все? Я попал. Мне хана. Оп. Ладно. Я надеюсь, Горд он за мной не пойдет. Потом. Капец. На это стоит посмотреть. Да-да-да. О, валите, валите его. Что я наделал? Я привел чудовище в город. Ну, что ты стоишь-то? Такое ощущение, что у него тут, как это называется, вейпоинтов нет. На это место он тупо стоит, затупил. Я еще только разминаюсь, жалкий червяк. Ну стреляй ты, ну. Капец, он стражника убил. Да, я так тебя, конечно, долго буду. Давайте его, что ли, серебряными стрелами будем глушить уж. Хотя у меня там есть... железные, давайте их потратим, они нам все равно не нужны. Да у него, по-моему, быстрее восстанавливаются жизни, чем я их сношу. Нет? Или они у него не восстанавливаются? Ох. Ну ладно, я, по крайней мере, тебя убью, и у меня очень хорошо прокачается, собственно, стрельба из лука. Это полезно. Что ты там кричишь? Так, отлично. Нет, эту стрелу мы оставим. А, хорошо входит, да? Серебряный это. Самый раз тебе. Слаще мармеладу. Вот, хорошо, давай-давай, друг. Что-то у меня прокачалось, я не заметил. Прям между глаз. Давай. Да, блин, кажется, уже сдохнешь-то. Ох, кританул я. Капец, прикинь, да? О-о-о. Извини, стражник. Такова судьба. О-о-о. Это мы удачно так.
Интересно, если я с него это все соберу, это будет считаться за воровство? Продать там, не знаю, кому-нибудь. Как я с него стрел? Молот. Иневый. Титан. Хо, грива 500 стоит. Отлично. Так, я перегружен, отлично. Причем серьезно так. Что же мне выкинуть? Блин. Сейчас будем думать. Какую-нибудь вот эту вот шляпу. Там, не знаю. За них, конечно, ничего не будет. Зубы огра. Рог. Ты смотри, сколько стоит. Я вообще двигаться не могу. То есть, ну, как можно быть настолько перегруженным? Я не знаю прям. О, давайте мы выложим пока вот это. Сбегаем, продадим все, потом вернемся за этим. Да нет, я не то хотел сделать. Так. Держи этот молот. Так, теперь где у нас кузнец тут находится? По-быстрому, пока тут все не пропало опять. Я знаю, это может произойти. Вот кузнец. Блин, это было круто. Надо будет как-нибудь повторить. Эпичный бой. Если бы он еще бегал по деревне, конечно. Ой, пардон. Извини, палец на ноге. Я не хотел тебя сломать. Открытый перелом, это неприятно. Так, ну что, здравствуй. Продолжай. Красавчик. Мы продадим возможно, тебе... Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. О-о-о. Это у нас ничего особо не... Ну, давай, ладно, давай продадим. Тебе повезло совершить выгодную сделку. Чё-то ничего ты у меня особо не берешь. Выгодная сделка. Я уважаю твой би... Дай-ка я посмотрю. Так, хорошо. Пока. Теперь он весит 75. У нас сейчас 133. Не хватит. Это будет 200. Понятно. 209. Ну что мне делать? Я не могу оставить такую прелесть там. Может мне какое-нибудь зелье принять выносливости? Так, что мы можем? Мы можем, например, скинуть что-то. Вот это вот, допустим, сюда. Попробовать это продать, сбегать. Короче, ну это рутина такая, но тем не менее. Хоп, спецназ! Попробовать это. Продолжай. Доспехи, оружие. У меня есть все. Ну, чем неплохо я могу тогда помочь тебе? Ну, могло быть гораздо лучше. Ну ладно, меня это устраивает. Хоть что-то. А тут, в принципе, я оставлю у него. До свидания. До свидания. Так, теперь пошли уже, сдадим квест. Не буду я брать тот топор. Все равно такой гемор его продать. Цена не сильно радует. Надо было стрел купить. Ну ладно, в темном братстве куплю. Пока что, я думаю, хватит. Так, ну что? Все, готов квест. Было интересно. Какие новости? Посмотри этот амулет. Давным-давно я дала Брадону обещание. Я пообещала ему никогда и никому не раскрывать того, что я раскрою тебе сейчас. Но его смерть отмщена, и мне кажется, что Брадон понял бы, почему я нарушаю это обещание. Брадон рассказал мне об этом амулете, когда они принесли его сюда из далеких земель, где нашли его. Он не доверял никому из их отряда, и прежде чем спрятать это сокровище в пещере, наложил на него особые чары. Магия маскирует истинную сущность этого предмета, но нужно только произнести секретное слово, и амулет вернется к своему обычному состоянию. Это слово умерло вместе с Брадоном? Нет.
Он всегда боялся, что когда-нибудь этот день настанет. Он сказал мне это слово на случай, если он умрет, а ключи окажутся у меня. Если другие члены группы Брадона еще будут живы, а я буду лежать на смертном одре, только тогда я могла сообщить им это слово. Но если ты дашь мне этот амулет, я покажу, что тебе удалось найти. Конечно, вот он. Спасибо. Сейчас я произнесу слово. Братство. Я возвращаю амулет. Он так же красив, как в тот день, когда я впервые увидела его. Возьми его. Мне он больше не нужен. Я уверена, что поступаю правильно. И я уверена, что Брадон одобрил бы меня. Я благодарю тебя от всего сердца. Надеюсь, этот амулет поможет тебе сохранить жизнь. Какие бы опасности тебя ни ждали. Талисман скорости. Восторжествовала. Ну, давай посмотрим. Я, пожалуй, не буду брать этот амулет, вообще выкину его, потому что на нем столько смертей. Мы выкинем его в какое-нибудь озеро, чтобы он никому не достался. Он, конечно, стоит неплохих денег, но я думаю, это будет правильно. Потому что... Ну, просто потому. Сколько людей погибло, да? Из-за какой-то, блин, долбанной цепочки. Бедная Арнора. Говорят, ее дружок... Да-да-да, Арнора. Шондр украл у нее золото и оставил без гроша в кармане. Теперь он в тюрьме, а она стала нищей. Так, Арнора. Я думаю, в следующей серии мы... Так. Вот наш новый квест. Говорят, Арнора Аурия из Брумы хочет, чтобы кто-нибудь помог ей вернуть украденные у нее деньги. Мне стоит зайти к ней домой и узнать, не могу ли я ей помочь. В прошлый раз, насколько я помню, мы не смогли этого сделать, потому что она очень плохо к нам относилась. Нужно будет маленько ее умаслить. И тогда мы сможем заняться этим квестом. Но этим, я думаю, мы займемся в следующей серии. Но пока что это все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.